Мы с Володей знакомы с 83 года. Я приезжал, был юнатом в Рижском зоопарке и приезжал в гости в таллинский зоопарк. Там мы с Володей познакомились. То есть это получается уже не одно десятилетие, да? Да. Поскольку ведь так случилось, что с Владимиром Файнштейном вас связывают не только профессиональные, но и личные отношения, можно сказать, даже дружеские. А вот что вы можете о нем сказать, как о друге? Ну, я бы сказал, что это профессионал очень высокого класса, которых сейчас становится все меньше и меньше в зоопарковской среде. Хороший друг, отличный друг, хороший собеседник. Всегда выслушает, всегда даст совет. Ироничное, чувством юмора, да? Да. Вот что-что, а чувство юмора у него тоже на должном уровне. Владимир, а вообще у вас друзей много? Потому что дружба – это такое особое состояние, особое, как бы, особый талант дружить с кем. Мне на самом деле друзей-то достаточно мало, и так случилось, что почти все они связаны все-таки с зоопарком. Ну, вот Сергей вот сказал, что мы познакомились в 83-м году. Мне кажется, что он очень изменился с тех пор. Я его вспоминаю, он такой был худенький такой. Мне кажется, с какими-то большими ушами. Сейчас ушки маленькие. Такой серьезный мужчина. Тогда у него... Ну, вот что у него сохранилось? У него тогда был фотоаппарат, висел на груди. Какой это был? Зорки или Фет? Вилли Авто. Вилли Авто. Такой модели теперь нет, это антиквариат. Но теперь он тоже, когда приезжает в Таллин, у него всегда с собой фотоаппарат. И стоило мне его встретить, скажем, часов 8 в зоопарке. Я спрашивал, ну сколько ты уже сфотографировал? Там, ну, снимков 50. Он говорит, какой 50? 2500. В общем, такое тоже бывало. Я многие годы в Ригу приезжал только в зоопарк. Вот приехал в зоопарк, сделал какие-то дела. У нас хорошие контакты всегда были с рижским зоопарком. Все-таки зоопарк расположен, ну, ближе всего к таллинскому зоопарку. Ну, да. Скажем, в те времена, о которых многие уже стали забывать, там, в советское время, это был Рижский зоопарк и Ленинградский зоопарк. Ну, да. И вот с этими зоопарками в основном у нас и были обмены животными. Мы что-то отправляли в Ленинград, что-то получали оттуда. И то же самое происходило с Ригой. Я первый раз попал в Рижский зоопарк, еще будучи детсадовским ребенком. И это был, пожалуй, второй зоопарк, который я в жизни видел. Первый был Ленинградский, там совсем малым дитятей с родителями приходил. А сюда уже таким уже достаточно знающим человеком. Я даже помню, что, будучи в детском саду, участвовал здесь в какой-то викторине, связанной с Днем птиц. И даже за хорошие ответы получил какие-то призы. Там было перо попугая очень красивое, сине-желтого вара, как сейчас помню. Иглы дикобраза, очень долго они у меня хранились. Но это, конечно, не стало причиной, что я потом в зоопарк попал. Может быть, какой-то другой уже толчок, более четкий, дала служба в армии. Я служил как раз вот здесь. Через это озеро, на противоположном берегу озера, воинская часть, это была часть гражданской обороны. И зимой несколько раз я сюда ходил пешком по льду в зоопарк, ну, без билета. Ну, солдаты так пускали по льготному билету, может быть, даже я не помню точно, потому что, будучи в увольнении, ходил через главный вход в зоопарк. А так, единственное, что в Риге и посещал, будучи в армии. Там
сослуживцы надо мной издевались. Они шли в гости к девушкам в общежитие Ригас Арканас Мануфактурас, как сейчас помню. А я шел в зоопарк. Они говорят, что ненормально. Но я уже был женат в то время, у меня уже и сын рос, так что меня как-то девушки меньше интересовали, чем зверюшки. Зоопарк Рижский был основан и открыт в 1912 году. Мы отмечали 5 лет тому назад его столетие. Да, Володя придумал. Причем это столетие было достаточно интересное. Президент республики был на этих торжествах. И это отмечалось достаточно широко. Да, это на государственном уровне. И Рижский зоопарк, ну, старейший зоопарк вообще Прибалтике, Каунасский основан в 1938-м, Таллинский самый молодой в 1939-м, а Рижский зоопарк уже был, и он для нас долгие годы был таким примером, что я когда начал работать в зоопарке, еще в старом зоопарке, который был совсем крохотный, и фактически все время он был временный, его постоянно хотели куда-то перевести, то приезда в Рижский зоопарк, который все время был на этой территории, в прекрасном таком сосновом лесу. Озеро, живописное очень место. Это место изумительное, и даже сегодня столько людей, я думаю, это вообще традиционно для Рижского зоопарка, что столько людей приходится, да? Да, и зоопарк развивается постоянно, все время что-то строится, что-то добавляется, улучшается коллекция, ну, конечно, были годы и лучше развитию. И хуже тоже и были. Хуже. Да. Каждый зоопарк переживает по-своему. Зоопарк не стоит на своем месте. Есть нечто особенное и притягательное в профессионалах своего дела, для которых работа является не просто средством зарабатывания на жизнь, а любимым делом, в котором нет места категориям расчета и личной выгоды, и в которое вкладывается весь заложенный в человеке профессиональный и личностный потенциал. Главный зоолог Таллинского зоопарка, а именно таковым по сути своей работы был Владимир Файнштейн до февраля 2018 года, стал зоологом, разумеется, не случайно. А началось все с забавного случая в детстве, когда два ученика 4 класса Тартовской школы разрезали на куски страницы книжки о животных и наклеили их в альбом, назвав его «Жизнь животных Файнштейна». Затем у одного из авторов этого издания было окончание школы и учеба в Тартовской сельхозакадемии, служба в армии, создание семьи, переезд из Тарту в Таллин. Одним словом, насыщенная событиями, впечатлениями и переменами жизнь, большая часть которой оказалась посвящена работе в Таллинском зоопарке. Вообще-то вы не производите, Владимир, впечатление человека, который, ну, скажем так, фиксирует каждое, ну, или не каждое, а даже самое важное мгновение или детали своей профессиональной, тем более личной жизни, ну, все-таки вот нам повезло, какие-то фотографии у вас есть, и мы можем вас спросить. И это, я так понимаю, очень такая для вас такая интересная фотография. Да, она, конечно, интересная. Тут, ну, я думаю, если не первый, то один из первых белоплечих орланов, которые у нас в зоопарке вылупились. Ну и он еще на руках у моего младшего сына. Так что фотография неплохая. Плохая, на самом деле. Так, это вы, я так понимаю, очередная отправка. Ну, по пути, когда там по Европе ездили, возили животных, много было всяких встреч, в том числе и случайных. Ну, иногда приходилось кого-то подвезти. Если уж на какой-нибудь там, на дорогах-то мы никого не брали, специально не останавливались, а на какой-нибудь там заправке.
Я, честно говоря, не очень помню этот случай, но это были какие-то люди, которые автостопом ездили по Европе. И на одной из заправок они подошли к нам, спросили, куда мы едем, не можем ли мы их взять с собой. Но мы им сказали, где мы следующую сделаем остановку, их это устроило, поехали с нами. И потом везли, я извиняюсь, а вы везли кого-то в этот момент? Да, да, конечно. И мы и везли, и потом и туда, и обратно, так что мы впустую мы никогда не ездили. На таких поездок и таких транспортировок у вас такая пачка могла бы быть. Так, эта фотография, вы помните вообще это время? Где вы? Это я совершенно не помню где, и даже не помню этого молодого человека. Мне кажется, что это кто-то был, какой-то парень, который занимался птицами. Ну, поэтому и около какого-то пруда. Возможно, что это в Кадриорге, кстати сказать. Еще старый пруд, может быть. А эта фотография? О, а тут да. Тоже, тут... Очень хорошее по настроению. Тут несколько событий интересных. Ну, во-первых, животное само тут такое очень-очень занятное. Это такин и загоне с такинами, с этими малышами. Я с многолетним сотрудником берлинского зоопарка. Сотрудником зоопарка Восточного Берлина Клаусом Поле. Он закончил свою деятельность заместителем директора. А работал он в зоопарке, дай бог памяти, наверное, с 1966 по 2008 год. То есть очень долго, очень долго. И, ну, если берлинский зоопарк в Восточном Берлине был открыт для посетителей, наверное, в 1955-56 году. Ну, фактически всю историю берлинского зоопарка. И, конечно, был величайшим специалистом, особенно по копытным. Он вел племенные книги по куланам, киангам, сомалийским диким ослам, африканским диким ослам. Очень интересно. В племенных книгах. Вот у вас тут есть почетная грамота за очень интересный такой текст, подписан очень интересными, большими по статусу людьми московскими, директором за Москву. И вы как раз, вот, между прочим, вот эта грамота как раз вам, да, за большую работу по созданию первой отечественной племенной книги. И условия для размножения редких и ценных видов животных. Ну, начинал я очень, так сказать, лихо. И в то время как-то мы все работали немножко по-другому. 84-й год. Энтузиазма было очень много. Ну, в 80-м я пришел в зоопарк, а буквально через 4 года уже там сделал племенную книгу дагестанских туров. Кстати, двое из подписавших эту грамоту, к сожалению, их уже среди нас нет. Они уже разводят животных в другом мире. Да, это была первая племенная книга в Советском Союзе зоопарковская. Ну, до этого была племенная книга, скажем, там, племенная книга зубров. Вел зубровый питомник. Но это не было связано с зоопарком. А в зоопарках, да, первая племенная книга была. Тут я начинал работать в зоопарке. Причем таллинский зоопарк был не первый зоопарк, который я видел. До этого я там побывал уже и в Ленинградском зоопарке, и в Харьковском зоопарке. В Новосибирском зоопарке. То есть посетил много зоопарков. Но вот в таллинский зоопарк я фактически пришел и остался тут на больше, чем на 35, 37, 38 лет уже, наверное. Был очень интересный зоопарк. Но многие не помнят, что тогда еще был Советский Союз. Эстония была одна из самых развитых частей Советского Союза с достаточно высоким уровнем жизни, но зоопарк был, с одной стороны, достаточно убогий, с другой стороны, достаточно с хорошей коллекцией, с хорошими уже тогда связями. Но я когда пришел сюда, директором был Мати Кал, с ним мы очень много лет работали вместе, и несмотря на то, что иногда ругались,
Но никогда не было таких разногласий, которые нельзя было решить. Все решали вместе как-то и достаточно спокойно. А вот когда вы пришли в Таллинский зоопарк, кстати, вот с чего началась ваша работа? Кем вы тогда были взяты на работу? Я был взят на работу заведующим отдела кормления. Был такой отдел, он и сейчас у нас есть. Это даже трудно описать. Иногда приходилось и овощи мыть. Условия были не очень хорошие. Но зато все было на глазах. Там зоопарк был маленький. Абсолютно во всем можно было быстро очень вникнуть. В течение дня можно было... не было никакого уголка в зоопарке, который бы я не знал. Но опять же, мне повезло с начальником. Мы сидели... вся наша дирекция тогда располагалась в бывшей бане Петра Первого, она и сейчас где-то в Кадриорге используется как какой-то музейный объект. Тогда она была тут в зоопарке, сидел я в одном кабинете с заместителем директора зоопарка. Была у нас такая Тамара Котова, она до этого работала в Новосибирском зоопарке. Вот мать и пригласила ее сюда, в Таллин. Одной из моих задач, которую мне мать тогда поставила, это было научить Тамару Котову эстонскому языку. Да. Но мне это не удалось, потому что она уже очень скоро начала планировать отъезд из Таллина. Ее место мне в результате через несколько лет очень быстро досталось, можно сказать, по наследству. Потому что я был в курсе всех дел и как-то этим занимался. Вообще, это не только место, где содержат и экспонируют, представляют животных, но это все-таки место, где проводятся и другие работы, в том числе международное сотрудничество. Вот с точки зрения рейтинга Таллинского зоопарка, у вас большой опыт работы, сотрудничества со многими зоопарками Европы, мира. Вот как мы выглядим? Да, выглядим мы неплохо, и со многими зоопарками мы сотрудничали очень хорошо и очень успешно. Но сама работа в зоопарке, она предопределяет определенные обмены животными. Животными надо постоянно меняться. Что такое какая-то искусственная популяция какого-то вида? Взять там снежных барсов, например, рядом с которыми мы сейчас сидим, и которых мы не видим, потому что у них очень хороший вольер. Все специалисты, когда смотрят на него, говорят: ох, какой хороший вольер, разнообразный, тут животные могут и спрятаться, и поиграть там с чем-то. Но он этим и занимается, что прячется. Посетители видят его достаточно редко, но упорные, настоящие посетители умудряются увидеть и даже сфотографировать наших снежных барсов. Зоопарк не может содержать очень большое количество животных. Зоопарк содержит, там, скажем, пару, там, в крайнем случае, там, две пары животных. Хочешь, не хочешь, наступает момент, когда там надо что-то менять. Например, привести нового самца к самкам, которые родились уже в нашем зоопарке. В конце концов, куда отдать наших животных, которых, скажем, разведение которых мы достигли очень хороших успехов, например, те же самые горные козлы. Мы в свое время отправляли их и в Соединенные Штаты, и во многие европейские зоопарки, там, например, очень хороший зоопарк берлинский, там наши винторогие козлы живут и прекрасно размножаются, наши туркменские бараны, аркалы. Тоже там есть, оттуда мы получали животных. То есть, без этого невозможно. Без этого через несколько лет животное... можно еще есть другой путь. Например, не разводить животных. Тогда через какое-то время они просто перестанут размножаться. Или коллекция, в общем-то, уменьшится. Да. Того, что жизнь хорошая, и зачем нам иметь детей. Это, конечно, шутка. Я первый раз попал за границу в 82-м году. Это была группа, так называемые поезда дружбы ездили.
Из Эстонии был такой поезд «Дружба». Мать каким-то способом включила меня в состав этого поезда, в культурную группу. Там были певцы, музыканты и один работник зоопарка. Да. Но это было очень интересно. Я в очень короткое время побывал тогда в Дрезденском зоопарке, в Лейпцигском зоопарке. Это были очень хорошие зоопарки с традициями. В зоопарке Шверина. Шверин был тогда наш город-побратим. И, конечно, в Берлинском зоопарке. Вот недавно я случайно нашел одну статью, которая тогда мне была подарена куратором млекопитающих Берлинского зоопарка. Она была о содержании, это были заметки о содержании и разведении овцебыков в Берлинском зоопарке. Мы тогда мечтать не могли об этом виде. Много лет спустя у нас они есть, и они успешно размножаются. Или там, скажем, носороги. В свое время, в 89-м году, мы открыли наше здание толстокожих, в которое поместили слонов. Через некоторое время прибыл носорог. Его мать сам тогда привез из Швейцарии, из Цюрихского зоопарка. Ну и мы не очень могли мечтать о том. Потом мы получили еще самочку из Алматы. Не очень мы могли мечтать о том, что эти животные у нас будут там хорошо жить и размножаться. Но теперь мы опять этого добились. И малышка черного носорога у нас в вольере бегает. Достаточно веселая. И все люди ее могут увидеть, но это еще к тому же и очень редкий вид. Так что вот так оно все и происходило. И новые вольеры, и большая коллекция животных, и многое другое, что вряд ли заметят посетители Таллинского зоопарка, стало возможным благодаря многолетнему труду работающих здесь людей. И хотя профессионалы своего дела не любят высоких слов, являясь пристрастными критиками достигнутых результатов, вряд ли можно переоценить персональный вклад Владимира Файнштейна в успешной реализации, если не всех, то многих программ развития замечательного уголка живой природы в городе Таллине. Я бы так сказала, что Таллинский зоопарк, вот тот, какой он сейчас есть, ну, в общем-то, это и есть, наверное, главное достижение вашей работы. Нет, Таллинский зоопарк неплохой зоопарк, но в зоопарках тоже существует какая-то своя мода. Скажем, если долгое время зоопарки стремились, и главной работой зоопарка была коллекция и животные, то сейчас это заменяется во многих местах каким-то, там, скажем, виртуальным зоопарком. Совершенно не обязательно держать там много животных, можно заменить их компьютером, в который ты придешь и посмотришь, увидишь. В этом нет никакой атмосферы. Атмосферы в этом нет, но это вот такая мода сейчас. Такая мода сейчас. И интереснее, скажем, поездить по миру, поохранять животных в природе, чем заниматься вот такой рутинной работой в зоопарке. Зоопарк – это такая достаточно нудная работа. Владимир, а как часто вот вы теперь, уже перестав быть заместителем директора по зоологической части, приходите в Таллинский зоопарк? Ну, достаточно часто. Меня никто не ограничивает возможность посещать Таллинский зоопарк. Я все-таки остался почетным посетителем зоопарка. Потом я еще член общества друзей Таллинского зоопарка, который тоже имеет право бесплатно проходить зоопарк. Ну и, конечно, странно, если кто-нибудь остановил после там, почти 38 лет работы. Но это совершенно не значит, что я тут вмешиваюсь в какие-то дела и пытаюсь там... Что-то нравится, что-то не нравится. К сожалению, больше не нравится. Но с этим ничего не поделаешь. Ну, о чем я жалею? Я жалею, наверное, о том, что не удалось осуществить то, о чем мечтал. Не удалось, в силу многих обстоятельств, не удалось создать ситуацию, когда действительно бы была какая-то преемственность, когда был бы какой-то кадровый резерв,
Ведь у нас, как у нас случилось, у нас все люди были настолько заняты, и невозможно же менять людей, которые прекрасно себя проявили там, в 80-е годы, когда было очень сложно, в 90-е годы, когда было не менее сложно. И сейчас взять и сказать, что давайте все на выход, мы наберем новых молодых. Это невозможно. А резерва какого-то кадрового, не создавались эти рабочие места, не было у нас их. В результате ситуация такая, как она есть. Об этом жалею. О том, что мало внимания семье уделял. Это совершенно однозначно. И, конечно, может быть, о том, что своих сотрудников, особенно самых хороших, слишком мало хвалил. Как-то мы с ними были в хороших отношениях, но я им иногда делал какие-то комплименты, а потом говорил, что, знаете, это не педагогично вас захваливать, а то загордить. Я думаю, что они прекрасно все понимали. А кроме работы, какие-то другие виды, я не знаю, там, деятельности, какие-то увлечения у вас это тоже было? Семья, понятно, семья, дети. Это не увлечение, это жизнь. Дети, это не увлечение, да. Нет, но достаточно поздно пришло осознание, что не один зоопарк. А то очень многое было связано именно с зоопарком. Там хобби, например, там коллекционирование путеводителей зоопарковских. Это опять связано с зоопарком. Или там марки, которые я там в детстве собирал, более уже во взрослом состоянии у меня такая небольшая коллекция сложилась марок, посвященных именно зоопарку. Даже я помню, на 50-летие зоопарка в 89-м году была такая большая выставка там в павильоне. Там на Певческом поле была выставлена моя коллекция путеводителей, моя коллекция марок. Это опять связано с зоопарком. Многие города, которые я посещал долгие годы, кроме зоопарка, фактически ничего не видел. Но потом уже начал как-то думать, что нельзя же одним зоопарком жить. И тут уже началось посещение музеев. Обязательно уж, если уж попал в Италию, надо там галерею Уффици посетить. Или там в Мадриде, Прадо там. Время не стоит на месте, заполняя жизнь новым содержанием и смыслом. В настоящий момент, закончив многолетнюю работу главным зоологом Таллинского зоопарка, Владимир Файнштейн продолжает оставаться признанным в профессиональных кругах специалистом в области сохранения редких и ценных видов животных, располагающим обширными знаниями и опытом консультантом коллег, работающих в различных зоопарках Европы и мира, и, наконец, незаменимым собеседником для друзей-зоологов. Может быть, еще такой вопрос или просьба. На сегодняшний день, да, что бы вы пожелали вашему другу Владимиру Файнштейну? Здоровья и счастья, чтобы он радовался каждому дню. А радость каждого дня, она в чем для вас? Да нет, что можно пенсионеру пожелать? Конечно, здоровье. Здоровье главное. Есть здоровье, есть все остальное. Потому что, как Сергей правильно сказал, зоопарк – это призвание, и где бы ты ни работал, и если есть интерес ко всем этим вещам, то и счастье будет, и здоровье будет, и все будет.